Как процесс тренировочный? Давно тебя не видел. Как вообще все? Выглядишь великолепно. Просто прекрасно. Мне сегодня Игорь уже спросил. Все говорят, что ты еще на пик не вышел. То есть пик-пик – это то, что в конце. И ты начинаешь сравнивать тот пик с другим пиком, который был. То есть невозможно выйти на пик там, в середине процесса. Поэтому я многим говорю, то, что если правильно разложить план тренировок, то сейчас, допустим, ну, то есть все расписано, и максимум будет там уже, ближе к концу. Еще целый месяц есть для того, чтобы набирать и развиваться. Поэтому, естественно, на пик еще не вышел, но вот подбираемся, все будет хорошо. Ну, ты доволен прогрессом своим? Да, получается. Ты сегодня поборолся на левой, на своей такой проблемной левой с Токаревым. Как чувствуешь? Ну, сразу все как бы нормально, все хорошо. То есть я чуть-чуть пересмотрел, ну, скажем так, когда, опять же, идет тренировочный процесс, я немного начинаю игнорировать какие-то вещи. То есть я понял то, что сейчас вот в данный момент даже в тренировке нужно попытаться собраться и не дать возможность, по сути, ничего тебе не сделать вначале. То есть, по сути, как бы так и получилось, все было нормально. Потом, конечно, уже подустал, Серега меня подзагрузил так. Все равно, рано или поздно, уже и пальцы, и кисть, все уже поехали, потому что, опять же, выносливости дальше не хватает. В итоге удары, все это привело к полностью загрузке руки. Вот и все. А в целом хорошо. Ты смотрел Молдову, поединок Трубина и Пушкаря, ну, в категории? Смотрел. Как тебе Трубин? Вообще, то есть, только что говорил. Можно ли по этому поединку судить вообще о форме? Только что Игорю говорил, он спрашивал, ну тоже, как тебе второй раз типа жёг Пушкаря выиграл? Опять объясняю. То есть человек готовится на золотой тур. То есть Молдова где-то оказалась, грубо говоря, за месяц после подготовки, через месяц. То есть все равно Пушка на пик не вышел. В любом случае. То есть я как бы не просто придумываю это, я как бы так по себе даже сужу. То есть у меня тоже он как бы один приехал, Грачев приехал, потом с Олетиным поборолся. Вроде бы чувствуется то, что вот нету еще того, к чему я иду. То есть, ну это я как бы просто говорю как в тренировочном процессе. И понимаю то, что как бы Пушкарь по-любому в такой же ситуации возможно, да? Ну невозможно, я думаю, в такой. То есть он на золотом туре будет на пике, там посмотрим. Опять же, что посмотрим, у него там арфайт. А так в целом, опять же, какие-то вещи не стоит воспринимать всерьез. То есть есть турнир какой-то определенный, на который все настроены. Не забываем, что Молдова, она вылезла из ниоткуда. То есть буквально за 3 месяца до золотого тура, если я начал готовиться за 3 месяца, то они мне, грубо говоря, за 3 недели сообщили, это я только месяц тренируюсь. Я за месяц, ну, ничего не добьюсь, выйду там на какой-то процент мизерный. Роста как такового не будет в силе. А вот если бы они все делали красиво, с календарем, чтобы можно было готовиться, здесь уже ситуация была другая. Как дом? Все готово. Ждем подключения газа. Вот буквально 4 дня назад трубы все газовые закопали. Все. Приварили счетчики, котлы. Поэтому ждем подключения газа непосредственно в дом.